Малахиты, бирюза, драгоценные сапфиры, рубины, жемчуга – это только малая часть тех камней, которые представлены на выставке. Выставка «Каменная сказка» – очень хорошая выставка, нам нравится, мы каждый год посещаем ее. Здесь много натуральных камней и есть из чего выбрать. Каждое украшение имеет уникальный дизайн, каждый камень особенный. Данная шкатулочка выполнена из камня симберцита, очень положительный камень, камень положительной энергии, солнечный. Он заряжает пространство, чистит энергию. Каменная сказка – это возможность не только увидеть, потрогать камни, но и подобрать украшения по душе. Вы купили сережки, они прям на вас. Да, сразу одела, очень красивые, мне понравились. Вот и купила. Каменная сказка – это на самом деле сказка. Здесь собраны уникальные коллекции. Люди приехали, вот, которые посвятили свою жизнь камням, украшениям. Эти люди, они обязательно подберут вам те украшения, которые соответствуют вам по цвету глаз, по цвету вашего гардероба. Украшения и камни, представленные на выставке, привезли из разных уголков нашей страны. Яшма, агаты, малахиты. Такое ощущение, что действительно попадаешь в каменную сказку. На выставке можно не только купить украшения и камни, но и проверить свои на подлинность. Ага. Это король камней, это бриллиант. Проверить свои фамильные ценности и убедиться в их драгоценности может любой посетитель абсолютно бесплатно. Проверку прошли и камни, представленные на выставке. Каждый камень – это не просто красота. Каждый камень – это кусочек нашей планеты. Каждый камень – это сгусток красоты, силы и энергии. И это обязательно надо почувствовать. А что для этого надо сделать? Надо прийти к нам на каменную сказку и увидеть это, и ощутить. Выставка-продажа «Каменная сказка» расположилась в Центре современного искусства на заливе Чебоксар. В столице она будет работать до 27 января с 11 дня и до 7 часов вечера.